Сестра? Извините. Но я знаю вас. Знаете? Да. Однажды, много лет назад, на званом вечере в Москве вы... Там еще произошел несчастный случай. Ах, это... Деликатное название. Я попала не в того человека, вот это был несчастный случай. Но не бойтесь, я уже не та. Я не стану стрелять в вас. Ты ведь был еще раз до того, правда? Ваша мать была нездорова. Я надеялась, что вы меня не запомните. Вряд ли я произвела на вас тогда такое уж хорошее впечатление. Вы произвели впечатление. Но что привело вас сюда? Я оставила свою дочку в Юрятине. Я приехала искать своего мужа. Но до меня дошли слухи, что он пропал без вести. Как это печально. Пожалуй, стоит сразу сказать вам. Я не обучалась на сестру милосердия. Мне кажется, вы справляетесь очень неплохо. Приятно, наконец, познакомиться с вами должным образом. Я ведь даже не знаю вашего имени. Меня зовут Лара. Началось! В Петербурге идут сражения! Это революция! Это революция! Черт у царя! Все! Юрий Живаго. Рад с вами познакомиться. Не шевелись. Не шевелись. Вот и все. Вы тоже скучаете по дому? Да. А вы разве нет? Вы женаты? Да. И как зовут вашу жену? Тони. Странно думать о ней, она так далеко. Это словно другой мир. У нас тоже сын. Саша. Саша. Юрий и Тоня. Вы совершенно довольны? Да. Они наступают. Немцы прорвались. Выбирайтесь отсюда, пока можно. А что делать с ранеными? В Бирючах должен быть санитарный пункт. Попробуйте отвезти их туда. Но как? Могу дать вам еще одну телегу. Давайте, укладывайтесь. Шевелитесь. Война, считайте, закончена. Я поеду с ранеными. А вы?
Лара, смотрите. Нет, это невозможно. Больше никаких солдат. Дом и так полон солдат. Нет, больше никого. Никакой больше крови, никаких микробов. Прошу вас, ну отвезите их куда-нибудь еще. Мадам, мадам, я вас понимаю. Но это доктор Живаго. Он приехал, чтобы во всем тут разобраться. Он очень знаменитый доктор из Москвы и настоящий джентльмен. Какая же вы чудесная пара. Ну, раз уж у меня все равно выбора нет. Добро пожаловать в мой дом, доктор Живаго. Пойдемте, пойдемте. Дорогая моя Тоня, я думаю о тебе и о Саше постоянно. Со всеми этими беспорядками в Москве я чувствую себя почти виноватым, что сижу в этой мирной глуши. Даже нахожу время писать стихи. Странное совпадение. Помнишь ту безумную девушку, которая выстрелила в Свинтицкого? Ты не поверишь, но она здесь. В должности моей старшей сестры. Ее зовут Лара Антипова, и даже не знаю, как бы я обходился без нее. Мы оба пытаемся уехать, но это непросто. Или поездов вовсе нет, или они переполнены так, что и надеяться нечего втиснуться. Тоня, ты выдумываешь. Неужели? Когда у него под боком эта чудесная сестра? Я тут искал, а вот они. Он пишет стихи о ней. И он чувствует себя почти виноватым. Но так он может вовсе себя виноватым не чувствовать. Я написала ему, чтобы он уходил к ней. И пусть не беспокоится. Сына его воспитают так, что он не посрамит его. Ну же, Тоня, это все чепуха. Мужчина, которому повезло заполучить тебя, никогда тебя не отпустит. Миша, я так его люблю. Так люблю.
Доброй ночи, доктор Живаго. Спокойной ночи. Сбросим царя в дерьмо. Доктор, вам письмо из Москвы. Лара. Я уверен, что здесь скоро начнутся беспорядки. Мы можем оказаться в опасности. Лучше вам уехать, пока все тихо. Мы здесь в полной безопасности. Я так не думаю, Лара. Я достал пропуска. Так странно будет уехать отсюда. Наверное, мне стало казаться, что мы будем здесь жить вечно. Но я буду с Катей. В Юрятине. А вы будете в Москве. И мы никогда больше с вами не увидимся. Как-нибудь вас спросят. А вы случайно не помните такое местечко? Бирючи. Там еще была сестра Антипова. И вы скажете нет. Что-то не припомню. Мало ли местечек человек посетит. И людей бы встречает за всю свою жизнь. Нет, так не будет. Я никогда не забуду это время. Ничто уже не будет для нас прежним. Нам здесь было хорошо, верно? Если бы я мог прожить две жизни. Одну собственную, а вторую, чтобы ты была счастлива и благополучна. Чтобы знать, что ты не нуждаешься ни в чем. Уверен, ты найдешь человека, с которым будешь счастлива. И с каким удовольствием я бы этому типу все зубы повыбивал. Этого я и боялась. Пойду-ка я лучше укладывать вещи. Спасибо, доктор. Береги себя. Прощайте, Лара. Благополучно добраться. Вам тоже. Я всегда буду думать о вас. Берегите себя, Юрий.
Маленький Юрий, Сэм Маклинток, Александра Громека, Билл Петерсон, Анна Громека, Селия Имри, Маленькая Тоня, Даниэла Бирн, Священник, Ник Стюарт, Виктор Комаровский, Сэм Нейпл, Юрий Живаго, Ханс Маттесон, Тоня Громека, Александра Мария Лара, Профессор, Джереми Клайд, Миша Гордон, Даниэле Лиотти, Лара Гишер, Кейра Найтли, Оля Демина, Анна Мария Дафф, Агитатор, Роберт Тор, Паша Антипов, Крис Маршалл. Ханс Маттесон, Кейра Найтли, Крис Маршалл и Сэм Нейл. Доктор Живаго. Автор сценария Эндрю Дэвис. По роману Бориса Пастернака. Продюсеры Энн Певцевич и Хью Уоррен. Режиссер Джакомо Кампиотти. Часть вторая. Да. Здравствуйте. Я доктор Живаго, это мой дом. Товарищ Демина! Все нормально, я сейчас разберусь. Юрий! Я и забыл, какая ты красивая. Извини за мое глупое письмо. Все уже позади. Я дома. Шей в поезде не набрал? Но неважно, я так рада тебя видеть. Я могу вам чем-то помочь? Скорее наоборот, товарищ. Думаю, сами увидите. Юрий, это товарищ Демина. Она теперь живет здесь. Она заведует распределением жилья во всем районе. Пошли посмотришь на Сашу. Он уже большой совсем. Мы живем здесь. Очень уютно. У нас своя печка. И вообще все. Сколько всего людей живет здесь? 6 семей. Товарищ Демина хорошо к нам относится. У нас целых 2 комнаты. Понимаешь, в основном выделяют по комнате на семью. Нам повезло. Но я так боюсь, что Саша подцепит что-нибудь. В трущобах тиф. Вот он, совсем большой мальчик. Смотри, Саша. Это папа. Саша. Саша. Здравствуй. Ты меня помнишь? Саша, что ты делаешь? Это твой папа. Тоня, Тоня, он привык, что есть только ты. Юрий, такое счастье, что ты дома, мой мальчик. Миша Гордон, директор больницы Святого Креста. Как же ты добился этого? Вступил в партию, ходил на собрания, выступал на всех собраниях. Кстати, это теперь вторая реформированная больница, ясно? Святого ничего не осталось, полагаю. Именно. Юрий, ты должен понять, я не могу делать тебе поблажек. Мне не нужны поблажки. Я просто хочу работать. Тоня говорит, в городе эпидемия тифа. Нет никакой эпидемии тифа. Есть безответственная антиправительственная пропаганда. Архиважно, чтобы народ получал верную информацию.
Я хочу поставить тебя на статистику. Это, возможно, наиважнейшая задача из всех. Эффективность работы, уровень политической сознательности. Важнее, чем лечение больных? Миша, мы ведь пошли в медицину не для того, чтобы заполнять бланки и шпионить за коллегами. Брось, это была шутка, да? Ты все еще пишешь стихи? Да. Конечно. Я бы помалкивал об этом, если бы был на твоем месте. Кстати, отныне мы с тобой товарищ директор и товарищ доктор Живаго, ясно? Конечно, товарищ директор. Вот и славно. Товарищ Живаго, собрание началось 40 минут назад. Товарищ директор сказал, что вы должны явиться немедленно. С удовольствием. А мы-то как же? Опять опаздываем, товарищ Живаго. Что вас задержало на сей раз? В больнице эпидемия тифа. Третью палату следует немедленно изолировать. Ты что со мной делаешь? Я делаю свою работу. Я решаю, что твоя работа, что нет, и не допущу тут паники за это смертная казнь. Я просто говорю правду, Миша. Юрий. Юрий. Тебя рекомендовано отдать на перевоспитание. Что? Я больше не смогу тебя защитить. Хочешь совет? Забирай семью и уезжай из Москвы. Как можно дальше, на новом месте не высовывайся. Но я не хочу уезжать из Москвы. Здесь мой дом. Здесь для меня есть работа, непочатый край работы, сам знаешь. Чего ты добиваешься? Чтоб тебя отправили практикующим врачом в Сибирь? Подумай о Тоне. Если ты такой благородный, что не хочешь думать о себе, ты со своими принципами не заслуживаешь этой чудной женщины. Товарищ доктор, вижу, вы осваиваетесь потихоньку. Вы понимаете, что я могу вас сдать? Мародерство запрещено. Не волнуйтесь. Всякий друг Лары. И мне друг. Вы про Лару Антипову? Вы знаете Лару? Я раньше работала швеей в мастерской ее матери. С ней все в порядке? Она вернулась в Юрятин, на Урал. Она говорила вам обо мне? Буду ей писать, сообщу, что вы справлялись о ней, ладно? Юрий! Юрий! Зак, что же нам делать? Ну, есть еще поместье Ворытина. Оно принадлежало семье твоей матери до того, как было конфисковано.
Оно пустует много лет. Можно бы его снова открыть, наверное. Варыкина? Всегда мечтала увидеть его. А где оно, если точнее? На Урале. Трудно объяснить точнее, очень далеко. Ближайший город Юрятин. Юрятин? Назвали его так не в твою честь, конечно. Но думаю, это добрый знак. Там можно завести огород и жить своим трудом. Это лучше, чем голодать здесь, умирая покорно, как овца. Да уж. Сюда, сюда. Простите, у нас билеты в спецвагон. Нет тут спецвагонов, дедушка. Залезайте, куда сможете. Великолепно. Увидишь проводника, скажи, чтобы принес мне бренди содовой, Тоня. Мы едем очень быстро. Да. А может, мы стоим на месте, а это мир несется мимо нас. Ребята, подвиньтесь-ка. Не бойся, малыш. Я не дам тебя в обиду. Если начнут бой, я не сразу пиф-паф. Не волнуйтесь, я их вам представлю. Это Костоед, выдающийся преступник-анархист. А это маленький Вася, моя гордость и отрада. Что же ты совершил? Ничего. Это из-за дяди. Его арестовали. Он попросил дать ему проститься с тетей, но больше не вернулся. Тогда забрали меня. Отчего не отпустить парнишку? Не могу. Он понимает. И ты понимаешь, Вася, дружок? Он сначала чуть глаза не выплакал, но сейчас молодцом, верно? Ну, можно, по крайней мере, снять с него кандалы. Куда ему бежать? Мадам, только ради вас.